Ворона пришла сегодня на балкон утром рано. О, улетит. Краски Египта утром. Это вид на залив, в котором находится наш отель. Прекрасный залив. Здесь стихают все волны, ветры, тишина. Горы, здесь яхты. А это новый квартал, очень престижный, со всей инфраструктурой. Возможно, это торговля, услуги, парикмахерские салоны, спа различные с бассейнами. Такой вот район жил очень престижный, вдоль моря набережная. А это вот начало этого района. Красота какая. Городская среда, прогулочная зона для жителей этого микрорайона, для жителей соседних и отелей. Все покрыто мрамором. Открыто к морю с такой беседкой чудесной, как палаццо. Площадь обширная. Красная. В центре канал, в котором включаются фонтаны. Сейчас фонтаны молчат, но здесь ночью, вот на Рождество были огни, фонтаны. Ой, все это венчается куполами, арки видны и анфилада. Такая открытая прогулочная. Ой, какая красивая территория. Это все Макади. Даже не хочется уходить отсюда. Такая здесь красота. Как в дворце султана. Сахал-Хашиш. Дворцы. На берегу Красного моря. Просто для прогулок. Такие скамьи с резьбой. Какая интересная рыба. Интересно.
египетский кот отдыхает лицом к морю. Даже мурился. На пустынном утреннем пляже. Глазки зажмурил.